Всем привет, это Киберпанк 2077. Сейчас покажу вам способ, как дублицировать предметы. Версия игры 1.04. Подходите к торговому автомату, к этому, к примеру, который рядом с вашим домом. Так, и выбираете, не знаю, то, что хотите сделать дубликат. Давайте вот эту вот штуку выберем. Продаете в торговый автомат, потом выходите из него, и для того, чтобы продублицировать этот предмет, надо нажать одновременно треугольник и options. Вот, но надо это сделать так, чтобы задний фон торгового автомата был прозрачный. То есть сейчас вот он такой вот затемнен. Вот. Если нажать вовремя, то вот он будет таким прозрачным. Соответственно, в этот момент вы можете начать дубликацию предметов. Просто нажимаете на них, и вот они у вас появляются. Сколько надо там штук. Таким образом можно продублицировать все предметы, какие хотите, на что есть желание. Вот, соответственно, потратится немного денег с этого способа. Вот, и таким образом мы получаем, что у нас сейчас в рюкзаке уже 210 штук этих предметов. Вот. Соответственно, можно также фармить материалы для того, чтобы потом изготавливать шмотки и продавать их. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео будет полезно вам.